Здравствуйте, дорогие зрители, может даже слушатели. Сегодня в нашей передаче «Осторожно, наука» мы поведем речь о науке экономики. Да-да, честное слово, это тоже наука. Так вот, нашему аккредитованному в далеких банковских кругах персональному корреспонденту стал недавно известен просто обалденный факт от экономики. Настолько обалденный, что этот корреспондент обалдел, и после передачи в редакцию материалов по факсу он на запросы больше не отвечает и в Skype не выходит. Видимо, получил профессиональную травму. Исходя из данных, переданных нам нашим корреспондентам, нигерийские банки при поддержке Всемирного фонда «Оторви от себя, отдай ближнему» провели международный финансовый эксперимент, попутно проверив действенность старой мудрой русской поговорки «С каждого по нитке, нищему нигерийцу Мерседес». Проведя множество часов в интернет-кафе и обработав огромное число доверчивых и не очень граждан интернета, нигерийские банкиры собрали множество добровольных вкладов в нигерийские банки от вкладчиков из Америки, Европы и даже, представьте себе, из России. К сожалению, для нигерийских банкиров опыты по увеличению числа вкладчиков на территории Китая и обоих Корей успехом не завершились. Видимо, в этих странах с русской поговоркой про мерс для ближнего публика пока не знакома. Как выяснилось после подведения итогов, действительно, после эксперимента, проведенными нашими банкирами, у многих владельцев нигерийских и даже суданских банков появились свои мерседесы. Правда, некоторые банкиры все же достиг Бенц, но об этом мы расскажем вам в следующей передаче. Удачи вам, ребята!